По итогам 2016 года 5 районов Севера и Арктики Якутии не применили ни одной нормы по благоустройству территории, которые приняты в каждом поселении. Итоги работы за прошлый год подвела сегодня Республиканская межведомственная административная комиссия при правительстве республики. Сумма штрафов по всем административным правонарушениям составила 18 миллионов рублей. Это нарушение закона о тишине, нарушения, связанные с благоустройством территорий, регулированием численности безнадзорных животных, правил охраны на водных объектах. Между тем, каждому району и городским округам ежегодно на благоустройство выделяют больше 1 миллиона рублей. И каждый район или городской округ могут принять участие в конкурсе на выделение дополнительных средств. В этом году Якутия получила такую субвенцию в размере 195 миллионов. Из них городу Якутску по результатам эффективной деятельности выделили 140. Министерство наше мониторило, у нас есть данные, что все муниципальные образования приняли эти правила, но вопрос другой, как применяются и соблюдаются эти правила, и как контролируется соблюдение этих правил. И как показала сегодняшний анализ деятельности органов местного самоуправления, видно, что не все муниципальные образования применяют правила благоустройства к ответственным лицам, как физическим, так и юридическим лицам.